Доброе утро. Ну вот я сняла номер в гостинице на 2 ночи с 8 марта по 10 марта. Вот завтра можно будет уже мне чек-аут. Ну вот такой вот номер, не маленький и небольшой, я не знаю, сколько квадратных метров. Здесь телевизор Samsung, вот такой вот светильничек дизайнерский с белым мрамором. Вот такая у меня здесь есть кофеварочка Philips Senseo. Ну, это такая немножко устаревшая модель, но, как говорится, лучше что-то, чем ничего. За имением ничего хорошо и это. Вот кофе у меня здесь есть, водичка. Вот такая вот ванная комната с такой вот раковиной дизайнерской. Я не знаю, сейчас здесь, наверное, вот апельсиновый сок. Нет, нету апельсинового сока. Вода нормальная, такой вот шампунчик. Кстати, неплохой. Вчера голову помыла им. Вот такой вот лосьон для тела, мыльце. Ну, там вот мои средства повседневной гигиены, зубная паста, зубная щетка, мой крем, который я купила от Estée Lauder. Ну, это так, себя побаловать, как говорится, себя любимую. Вот ванная у меня здесь. Вот мочалочка, которую я позавчера купила. Очень, кстати, неплохая, хорошо вчера помылась. Даже у меня здесь есть вот такой вот, такая вот фирменная гладильная доска с утюгом. Но утюг у меня тоже есть с собой, я не буду ничего брать. Такая вешалочка. Все нормально, как в лучших домах Парижа, Рио-де-Жанейро и Бердичева. Вот здесь у меня такие стаканчики очень симпатичные. Я не знаю, кто мне их сюда поставил. Кафе Ти Амо. Made in Germany. Это же надо. Кафе Ти Амо. Made in Germany. Кто это у нас тут такой влюбленный? Ну ладно, как говорится, спасибо. До следующих встреч в эфире.